why. Что это? Давай пойдем посмотрим. Моя качеля. Ну что, готов? Да садись уже. Ура, обожаю. Вау. Вообще-то она волшебная. Круто. Я же говорил. Алиса, как ты это сделала? Не знаю, но мне это очень нравится. Теперь у меня есть такая прикольная курточка и новый лук. А теперь попробуй ты. Круто, давай. Краблы. Бус. Вау, это круто. Вау, класс. Давай я тебе сфоткаю. Давай. И вот так вот. Давай еще такую позу. Давай. У меня бы тоже отличная модель получилась. Чук. Yeah. А я еще хочу, на, забирай. Алиса превращается. Вау! Как это вообще возможно? Милая кошка. Вау! Белуши? Я же киса, Алиса. Я еще не то могу. Откуда у нас такая новогодняя сказка? Я не знаю. Прямо у меня законно. Откуда, откуда? Гномик постарался. А теперь я. Хорошо. Как это возможно? Вау, круто, давайте пофоткаю. А теперь я. Нет, я. Я. Нет, я. Ты только шо был. А если превратитесь в любимых героев, не будете ссориться? Теперь я. Нет, я. Вау! Иди фоткай меня. Нет, ты меня. Нет, ты меня. Ты будешь фоткать. Я первая удивилась. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Я сказала ты. Ах так, все равно недовольны. Я вам устрою. Ты лучше подскажи, как мне снять браслеты и кепку. Как? Почему она не снимается? Не снимется. Это ты во всем виноват. Это ты виновата. Нет, ты. Тебе, ты мне не дал, когда моя очередь уже была. Я хотел еще. Так вам надо. Ты виновата. Нет, это ты виновата. Нет, ты. Ау! Да. Ура! Мне нужен браслет. Ура! Кепки. А что с фотками? Ну, посмотрите фоточки. Вот. Мы же были в сказочных образах. Да. А как это возможно? Мы же были в другой одежде. Куда делись наши образы? К
Капец. Мы в этой одежде там. Как это возможно? Наверное, мы это... же были в другой одежде. Я думаю, это все Громика. Наверное, это была его качелька, и он разозлился. Что... Точно. А нечего в праздник ссориться. Вы же братики и сестричка. Нужно вместе новогодней сказкой наслаждаться. Это ведь раз в год бывает.